Всем приятного просмотра. Ну что, давайте отправляться к нашей детке. Варп-прыжок. Ну ладно, поехали. Постараюсь не перезагружаться. Не получилось. Все равно перезагрузился. Ненавижу ускорение. Судя по всему, мы на месте. Но у меня есть хорошая новость и плохая. Хорошая, что вы очень ловко научились крутить штурвал. А плохая, вы уже не управляете Нормандией. Кто управляет? Похоже, это старая магнитная система разгонных шлюзов. И автопилот перехватил управление для принудительной стыковки. Я не очень много знаю про магнитные шлюзы, но, вероятно, отстыковаться без удаленного разрешения на вылет нам уже не позволят. Даже так? Выживший здесь быть не может. Это обломки старой космической станции агентства Брессидж. Мы на таких уже бывали. Нет, я понимаю, вы. Но как капитан Шепард купился на сообщение от этой детки и проложил сюда маршрут? Ума не приложу. Приехали. Так, карта космоса. Хорошо. Ну что, поехали? Так, не смотрите на мой беспорядок. Я потом поубираю, честно. Давайте смотреть, что нас тут ждет. Иди, наша детка. Да, теперь сомнений нет. Это старый магнитный шлюз с активной системой разгона. Узнаю некоторые детали. Нам придется поискать центр управления шлюзовыми камерами, если мы хотим улететь. Да, хорошо, без проблем. Надеюсь, здесь будет детка, либо не будет ее. Так, это надо для чемодана. Светильники. Хорошо. Судя по всему, шлюзом давно не пользовались. Надеюсь, здесь монстров нету. Так, привет. Теперь нужно найти центр управления и постараться не шуметь. Второй пункт можно сразу забыть и просто найти центр управления. Мы уже бывали на обломках этой станции. Узнаю комплектующие Брессидж 50-летней давности. Убитый выстрелом в затылок. Около 30 лет назад, судя по мумификации. Еще даже никакой череп себе не возьмем. Рекомендую быть крайне осторожным. Нас уже могли обнаружить и подготовить хитроумную ловушку. Ага. Хитроумная ловушка. Ладно. Давай побегаем, посмотрим. Крабы родом из 20-х. Мы уже такие видели. Ничего интересного нету. Ладно. Потихонечку открываем. А эта дверь не скрипит. Может, нас даже и не заметят. Маскарад окончен, жалкий человек. Подготовить его к допросу. Больно подготовить. Я запутался. Это все же не детка, да? Что ж. Нас кинули, ребят. Это не детка была. Наконец-то рассказать правду. Я верить твоя. Но тебя это не спасти. Вы, человек, всегда все портить. Все шел так гладко. Наш создатель, под видом космической похороны, создал непобедимейшей армии из роботы-грабы. Зеленая вселенная должна были остановить лайнер, мы всех убивать, захватывать ядро и подключить к великие материнские станции. Мощность ядра позволит наш создатель управлять грандиозной атакой грабов по всей галактике и захватить власть, но человеки из зеленой вселенной не смогут сделать простейшей работой, врезаться на лайнер в наш центр, повредить наш материнский станция. Идиота. Но это не важно. Война уже начался. А раз вы не успеть передачу компромат, человеки не смочь подготовиться. Главная атака не будет централизован без ядро. Но нас много, и мы все равно захватить мир для наша создатель. А ты умирать, увести и подготовить к утилизации. Эй, не время спать. Чувствуете мои разряды? Попробуйте подняться. Нам нужно что-то предпринять. Давайте.
Давайте, тише. Почему она шевелится? Черт. А вы не подготовить ее? Как твоя очнуться? Твоя должен был лежать. Твоя тело не должна двигаться. Ты портить бальзамирующий состав. Но да не важный. А раз уж твоя так цепляется за жизнь, то прежде чем твоя умирать, я показать тебе кое-что. Да, я показать тебе это. И ты не сможешь это пропустить. Что бы ты ни делать, ты не сможешь пропустить эти ползущие буквы. Быстрее, жмите. Даже мне? Не работает. В этой игре хоть какие-то механики есть? Похоже, это был наш последний шанс. Мне жаль, что все так закончилось. С вами было интересно. Пора заканчивать, человек. Так вот куда он улетел? Честно сказать, я думал, что нам конец. Но никогда нельзя недооценивать ваш талант ломать вещи. Ладно, нужно выбраться из этой клетки. Сомневаюсь, что петли на решетке крепче. Судя по всему, критических сбоев у них в мозгах было немало. Столько продержаться без обслуживания. Удивительно, что они вообще способны были работать. Блин, мы не найдем с вами детку. Неужели мы нашли хозяина, спасшего нас с корабля? Почерк идентичный. Это прямо судьба. Так, что нам нужно делать? Нам нужно отсюда как-то выбираться. А как отсюда выбираться? Могу ли что-нибудь нажать? Так, найти выход. Хорошо. Давай искать. Блин, я не знаю, где. Где найти выход, если честно. Так, взять бластер. Может, сюда? Нужно пострелять. Да, есть. Хорошо. Бля, ребят, а мы нашли выход. Нужно быть осторожными. Неизвестно, сколько тут осталось этих гроботов. Хорошо, я буду очень осторожным, только немножко вот это вот подлутаю. Сейчас попьем, поедим. И отправимся дальше. Так, нам либо туда, либо вот сюда. Дверью не пользовались лет 20. Не думаю, что мы сможем ее открыть. Тут явно проводились какие-то эксперименты. Хорошо, значит, нам в эту сторону. Это же старая капсула консервации. И похоже, в них лежит вся команда этой станции. О, здорово. Я таки извиняюсь, а что ты спиной ко мне? Что, мне нужно что-то 200 метров, а хорошо. Это, похоже, ваша капсула. Ужасно. Они же хранят трупы прямо в скафандрах. Я бы не хотел застрять тут с вашим телом на 40 лет. Оборудование сильно повреждено, даже гравитация отключилась. Хорошо, хоть кислородные генераторы функционируют. Кстати, как вы так быстро к ним подключаетесь на любых обломках? Это начинает вызывать вопросы. А это что еще за... Так, сейчас подойдем, узнаем, что это. Так, ага, мы тут можем крафтить с вами что-то, да? Я так понимаю, что, наверное, сейчас у нас будет кислород пропадать, и мы будем с вами его делать. Так, ты кто? Правильно я понял? Либо неправильно. Тут что-то собирали. Или кого-то разбирали. Блин, сори, что молчу, просто осматриваюсь. Это уже за гранью. И самому интересно, что здесь происходит. Что здесь лежит. Так, забрать. Забрать. Видимо, мы все же нашли детку. Так, взять. Похоже, что первоначальный вариант инструкции был кем-то серьезно доработан. Видимо, даже создатели гробов не догадываются, до чего додумались их подопечные. Если это вообще сделали они, а не один из местных мертвых инженеров. Блин, ну что, забираем детку? Игра, дай возможность забрать детку. Ладно.
побежали нам в эту сторону, да? Или в какую? Погоди. Давай изучим вот тут еще, что у нас есть. Потом уже пойдем в другую сторону. Это единственный выход отсюда. Угу. Я понял. Изолента. Забрать. Так, 300 метров, да? Да, вон и Нормандия. Не рекомендуется далеко отлетать от станции. Нам все еще нужно найти центр управления. Да и попасть на Нормандию снаружи мы не сможем. Ага. Даже так. Ладно, возвращаемся назад. Значит, побежали обратно, насколько я понял. Все, прощай, детка. Значит, бегим обратно. Стоять? Может, мы сейчас с вами чемодан сделаем? Когда на базе будем. Так, полетели. Пылесосы, мужика. Блин, и как мне сюда попасть? Кто мне скажет? Наверное, все-таки я был прав, да? И что-то такое подзависло. И нам придется, наверное, крафтить с вами кислород. Насколько я понял. Потому что по-другому тут никак не выбраться. Блин, а для кислорода я не помню, что мне нужно. Хорошо, давайте вернемся к столу для крафта. И я посмотрю, что нам нужно для кислородного баллона. По-моему, металл и еще что-то. Помимо металла. Так. Не зря же тут столько металла, правильно? Так, дай сюда. Так, снаряжение, инструменты, предметы. Батареечка мне нужна. Для батареечки мне нужна щелочь. А щелочи здесь нету, да? Угу. И что делать? Щелочь искать. Хотя навряд ли здесь она будет. Блин, детка, ну как так, а? Что мне нужно? Мне сказали далеко не отлетать от Нормандии. Че, чего там далеко не улетать? Так, найти выход. Давай посмотрим, что у нас тут есть с вами. Так, это жидкость. Это жидкая. Может, тут где-то щелочь будет? Хотя здесь 30 лет, да, она уже, это база. Ага, вот есть. Хорошо, полетели. Похоже на какой-то технический коридор. Надеюсь, отсюда мы сможем попасть к центру управления. Я все еще не могу поверить, что агентство Брэссидж оказалось напрямую замешано во всем этом. Если робот не соврал, то нам нужно обязательно передать компромат до начала массированной атаки, иначе возвращаться будет попросту некуда. Думаю, неподалеку от ядра должны сохраниться передающие системы. И ради сохранения галактики я бы настоятельно рекомендовал ими воспользоваться до того, как мы попытаемся активировать варп-прыжок. Да, давай попробуем. Конечно, не факт, что у нас получится это сразу сделать. Но мы попытаемся, правильно? Так, что тут? Ничего полезного нету? Домыть не могу. Ага. Так. Раз, два. Есть. Титана. Все, наш инвентарь полностью забитый. Нужно это учитывать. И не насобирать разный хлам. Так, изолента нет, мне явно не нужна. Знакомое место. Это не здесь вас допрашивали? По-моему, да.
Так, фильтры. Сейчас туда сходим, судя по всему, давай один посмотрим. Центров управления станцией мы нашли. Можно было бы и догадаться, что он здесь. Не, заберем, по-любому детку заберем с вами. Давай, да-да, вот так сделаем. Этой частью тела в ловушку заманили немало выживших. Я уверен, это подтверждает вся история человечества. Ну да. Согласен. Так. И с другой стороны есть вход. Надо будет туда еще сходить. Посмотреть. Вода. Похоже, основные системы еще работают. В отличие от этого гроба. Блин, знаете, что я упустил? Нам же дед дал с вами пленку, помните? А вот это интересно. Здесь описаны технические подробности подключения материнской станции Брэссидж к ядру лайнера. Кто-то серьезно подготовился. Если бы не зеленая вселенная, материнская станция действительно стала бы центром управления миллионами гробов по всей галактике. Пленку нам дал, помните? Ей нужно было ее изучить. Гроб был подключен к центру управления и сгорел вместе со всеми разъемами на панели. Я не смогу подключиться напрямую, но с вашей помощью можно попробовать сделать это через самого робота. Я забыл ее изучить в прошлой серии. Так, мне нужна вот эта вот штука. Только берите как можно тише. Наверняка нас ищут. Отлично. Теперь переключите вон тот маленький приз. Готово. Я подключился к... Нет. Ой, нет. Она же ржавая. Отвратительно. Так, я... В общем, стыдно признаться, но прямой связи со станцией у робота больше нет. Зато сохранился незашифрованный блок кеширования, где я просмотрел самые отвратительные моменты жизни данного гроба. Еще я просмотрел пароль к дверям и магнитным шлюзам, но отвратительных данных было гораздо больше. Можем возвращаться на Нормандию. Так, можем возвращаться на Нормандию, да? Тихо. Хорошо. Вот эти вот мне авторские права ваши не нужны. Так, главный. Побежали. Похоже, охрана погибла без нашей помощи. Повезло. Нямать пить. И давай тут посмотрим, что здесь Глаз, есть. Видите себя как можно тише. Хорошо, я так стараюсь. Блин, можно возвращаться? Куда возвращаться? Вот сюда, да, наверное? Что-то не так. Думаю, за следующей дверью нас уже ждут. Приготовьтесь. Ага, сохраняемся. Поехали. Бластер Шмастер 2000... Заряд 107, заряд 99. Тюпу. Две штучки. Забрать. Слишком тихо. Будьте предельно внимательны. Что-то мне кажется, он нас разводит. Я ему уже не верю. Реально, мне кажется, он нас разводит с вами. Готовьте оружие. Сейчас будет жарко. Да, по-любому. Так, ты кто? У вас невероятная способность чтения следов. Я сейчас расплавлюсь от напряжения. Похоже, они слишком умные и устроили засаду прямо у Нормандии. Угу, ну побежали. Не будем заставлять их ждать, правильно? Справа и слева чисто. Нас заманивают в челнок. Это плохо. Так, побежали. Постарайтесь не повредить челнок, если начнется стрельба. Все, это конец. Они на капитанском мостике. Я не знаю, а где засада? Я зря включил нагнетающую музыку, что ли? Ладно, неважно. Пора улетать. Погоди, нужно дешифровать. Нет сигнала для шифровки. А вот эта вот лента, вот смотри. Я же не могу сюда вставить ее. Ладно.
Так, покинуть станцию. Разрешение на вылет получено. Остался последний шаг. Роботы хотели подключить ядро напрямую к кораблю с материнской станцией. Нам необходимо провернуть нечто подобное с Нормандией. Для длительного перелета до обжитых секторов на прогулочном челноке потребуется колоссальный запас энергии, и, как я уже упоминал, ядро может нам его дать. Если мы окажемся быстрее взрыва, конечно. И да, раз уж никакой детки не существует, мы обязательно должны... Что? Так, я вижу улучшение сигнала. Поторопись, я постараюсь все сделать. Роботы погибли на наших глазах. Второй раз мы на такое не попадемся, ведь... Эй, полегче, я же сейчас Не-не-не, поведемся, полетели. Полетели к детке. Все-таки она существует. А нужно было поаккуратнее. Мы чуть не врезались. Вы же не купитесь еще раз на одну и ту же приманку. Нам необходимо разослать компромат по всей галактике и подключиться к ядру, не взорвав самих себя. У нас нет времени на несуществующих выживших. Нет, есть. Так, задача осмотреться, полетели. Детка, я к тебе лечу. Все еще активен. Надеюсь, при перегрузке систем он просто вырубится, иначе я не смогу изменить маршрут для варп-ускорения. О, это оно. Ядро. Вот это, да, я так понимаю, ядро. Давайте на секунду забудем про детку. Нужно осмотреться. Нет. Нормандия. Вы уже так близко. Я не успеваю. Я вышлю вам координаты, но вы должны быть осторожны. Здесь много роботов. Один из них пишет нам сообщение. Ага, знаю. Кстати, у нее больше нет этого ужасного акцента. Так, детка, я к тебе лечу. Погоди, это ж вот эта вот планета, которую мы с вами раскололи, помните? Ну, точнее, гроб деда расколол. Все данные по ядру засекречены, и я понятия не имею, куда мы летим. Так, будьте аккуратны, хорошо. У меня ощущение, что мы влезли в середину разговора. Может быть, на каждого выжившего включено. 3-го уровня пройдено. Интересно, сколько всего уровней? В документации указано до 10 тысяч. Ну-ну. Кажется, спасибо, но сами. На 10 тысяч так играете. Так, полетели. Интересно, когда мы базу будем с вами строить? Наверное, никогда, да? Впервые вижу такой корабль. Похоже, именно через него крабы собирались подключить ядро к материнской станции. Или все еще собираются, судя по видимости. Хотя это... ...целый галактик и крабов. Так, они просто нам корабль с вами... ...повреждают, ребятки. Боюсь, не долетим. Хорошо, где еще? Есть. Блин, а как нам перевернуться? Подумаю, мы вверх ногами летим. К этому кораблю можно пристыковаться. Шикарно. Полетели. Шлюз требует коды доступа и грязно ругается. Впервые вижу шлюз с искусственным интеллектом, но он нам явно не рад. Так, давай. О, мы его сильно разозлили, пристыковавшись без разрешения. Слышали бы вы все эти выражения, шлюз нас просто ненавидит.
Так, вижу вас. Начинайте подключение. Подключение. План Б. Люблю шарады. Так, план Б, подключение, хорошо. Блин, детка зайдет сюда, посмотрит на этот беспорядок и по-любому не даст. Вот стопудово. Чё-то мне так кажется. Так, надо бюст будет запрятать. Клешню тоже. Так, давай, давай, давай вот это вот все сложим. Блин, либо чемодан сделать еще один. Ну, ладно, давайте чемоданы потом поделаю. Думаю, нам это не пригодится, пока мы есть. Так, а я могу бластер мастер 107-40. Так, а давай, наверное, мы сохранимся. Я хочу посмотреть по поводу карты. Карта космоса. Ага, вот мы на конечной, видите? Лайнер без названия. Вот это вот конечная. Насколько я понял. Да. Ладно, пошли. Детка, я к тебе иду. Так, дай. Сканировать, сканировать, хорошо. Зарядная станция старых аккумуляторных типов судов. И если получится собрать на ее основе передающий блок, мы сможем запитать Нормандию и не проплавить обшивку. Интересное место. Подключение, она сказала. У меня появилась безумная мысль, но давайте осмотримся. Да, давай. Так. Этот корабль точно подключен прямо к ядру. Меня не покидает мысль, что мы можем это использовать, если соберем стабилизирующий блок. А что такое стабилизирующий блок? Тебя посмотреть, использовать? Идеальное место для отводящего блока. Наверное. Попробуйте переключить вон ту красную рукоять. Да, все идеально. Мы сможем подключить Нормандию к ядру через этот корабль и активировать варп-прыжок, если найдем пункт управления. Затем нам останется лишь... Стоп! Вам не кажется странным поведение камеры? Такое чувство, что она специально фокусируется на воротах, как будто прямо сейчас из них выбежит толпа агрессивных руба... Ох ты ж! Ты издеваешься? Это я сделал. Я научился видеть будущее и стрелять молниями. Я не сомневался, что я гений. Так, вы в порядке? Да, детка, в порядке. Ура, 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 ура. Почему она постоянно меня перебивает? Хотя в этот раз я ей даже благодарен. Возможно, этот гроб так вжился в роль женщины, что действительно решил нам помочь. Давайте скорее подключать Нормандию и убираться отсюда. Шлюз замолчал. Как же тихо. Вы слышите? Нет, вы же его не могли слышать. Когда какой-то поехавший искусственный интеллект не бубнит постоянно что-то вам прямо в голову, это такое счастье, вы даже не представляете. Согласен. И как его подключать? Так, требуется отводящий блок. Сюда тоже, да, требуется? Давай смотреть. Что такое этот блок? Так, снаряжение, предметы. Так, передающий блок, стабилизирующий блок, отводящий блок. Мне нужно, да? Стабилизирующий, передающий, отводящий. Хорошо, давай по очереди смотреть, что нам нужно. Так, магнит 2, щелочь 2, электроника 2, смола 4. Магнит 2. Давай смотреть. Так, магнит, щелочь, электроника. Щелочь. Ага, электроника нужна теперь. Электроника, электроника. У нас много было электроники. Ой. Деткин бюст летает. Магнит, щелочь, электроника, да? Угу, смола 4. Вот, а я же говорил, что нам это все пригодится. А вы такие, нет, нет, арчи сильно много. Так, есть. Первый пошел. Шикарно. Дальше. Пластик, изолента, компенсатор. Пластик, изолента, компенсатор. Так, пластик, пластик, изолента, компенсатор. Где наша изолента? Что такое компенсатор? Компенсатор, вот он.
Это тоже нам пригодилось. Так, изолента 2 штучки. Ой. Ладно, давай используем резину. Не будем искать. Вот так вот сделаем. Так, хорошо. Индуктор, генератор, электроплазма. Индуктор, генератор. Так. Это у нас генератор. Где-то тут индуктор у нас был. Я помню, я его сбрасывал. Индуктор, ты где? Угу. Сейчас посмотрим. Индуктор, индуктор. Я помню, я его где-то сбрасывал сюда, этот индуктор. Ага, вот вижу. Вот это вот индуктор. Все, есть. Есть, есть, есть. Компенсатор, компенсатор. Что такое компенсатор? Угу, компенсатор. У меня такого нету, да? Вроде компенсатора нет, но даже если есть, мне искать его лень. Так, что мне нужно? Мне нужен компенсатор, щелочь, металл, титан. Так, взять и щелочь. Где-то у нас тут было. Все, хорошо. Все, делаем. Моя жадность нас выручила. Вот. У нас теперь есть куча всего. Шикарно. Побежали. Попьем водички. Промочим горло. И давай отсоединять. Великолепно. Долго блок не продержится, но нам и не нужно. Достаточно будет одного импульса к ядру Нормандии. Хорошо. С этим блоком есть шансы не зажариться вместе с Нормандией. Так, шикарно. Прекрасно. Если я все правильно просчитал, то этот блок сумеет отвести излишки энергии подальше от Нормандии. Все готово. Найти шлюз 5А. И каким образом? Мне кажется, или это сообщение не закончено. Я, конечно, все еще ей не доверяю, но, вероятно, выбор у нас небольшой. Где тут шлюз 5А? Наверное, сюда и куда-то. Надеюсь, все гробы были нами уничтожены еще на подлете. Божечки, сколько здесь всего. Кто-то тоже хотел подключиться к ядру напрямую, но сделал это крайне неумело. Видимо, не только челнок Шепарда оснащен варп-ускорителем. Хотя я думал, что такие ресурсоемкие системы на малые суда не ставят никогда. Нам повезло. Тут кто-то неплохо поработал прямо под носом у гробов. Так, изучить. Не знаю, на что он рассчитывал. Для нормальной работы систем челнока понадобилось бы куда больше гробов. Так, арчи. Все. Летим. Ля, гуманоиды. Кто-то перевозил партию некромонстров? Интересно. Я слышал, что они только в Австралии встречаются. Так. Не имея плана отсеков, мы потратим недели на попытку вскрыть все эти шлюзы в поисках пункта управления ядром. Видимо, нам сюда. Пилотрель, хорошо. Все? Кто-то нас никто не встречает. Ни в розовом, ни в каком другом скафандре. Забрать. Так, пролах, хорошо. Похоже на технический выход для обслуживания обшивки лайнера. Пригодится для нашей базы. А нам дадут базу построить огромную, либо не дадут? Как думаете? Так, знаете, что я думаю? Давайте сохранимся. На всякие пожарные. Давайте в этот раз будем осторожнее. Я не хочу опять получить палкой по шлему. Какая-то странная точка для встречи. Может, пойдем назад? Не-не-не, назад, это в другой стороне. Не-не-не, все хорошо, пошли. Вроде никого нет. Ох, не нравится мне это. Пошли. Сейчас только сначала
Посмотрим, что кстати, здесь есть. Я уже давно заметил, что для такой катастрофы вокруг очень мало трупов. Куда они все деваются? Так, инвентарь полон. Это мы заберем. Это мы тоже заберем. Палка нам не нужна. Взять, хорошо. Металл. Вы же помните, да, что по поводу ткани у нас с вами очень мало ткани. Ну, не надо мне эта рука, я думаю. Твою ж. Все, есть. Кажется, да, мы побежали. Персонала, а не центр управления. Больше ничего сканировать нельзя? Странно. Персонал явно был убит давно. С кем тогда произошла перестрелка? Вот и мне интересно. Так, ну это мне нужно по-любому. В любом случае. Потому что. Почему? Потому что. Так. Проволока, проволока. Давай заберем. Заберем. Положите ядро на место, и мы забудем об этом инциденте. Кто это? Кто это сказал? Это детка? Или она вон там? Что-то здесь слишком много деток, и они явно интересовались этой каютой. Блин. Забрать, использовать, что мы можем тут? Можем что-нибудь сделать, чтобы... Ага, корпус можем сделать. А корпус нам нужен для пилы, да? Алюминий, проволока, очищенный металл. Давай, наверное, корпус сделаем. Как думаете? Все, и у нас как раз место немножко освободилось, да? А инструменты? Что мне нужно? Утолщенная изолента. Батарейка. Угу. Забрать, добыть. Блин, не, тряпки мне нужны. Вот вы как хотите, но тряпки мне нужны. Давай вот это вот скинем. Все, теперь не могу ничего брать. Так, хорошо, хорошо, все, побежали. Использовать. Перед употреблением такой воды рекомендуется ее прокипятить и вылить. Прокипятить и вылить. Все, бегим, бегим, ребят. Похоже, все гробы убежали туда. Куда туда? Сюда? 10 метров. Это явно самодельные пульты управления и связи. Не подключите меня. Интересно, отсюда осуществлялось управление некоторыми оставшимися системами лайнера, включая пункты связи. Здесь множество технических данных по ядру, планы помещений, даже коды доступа к секретным отсекам. Великолепно. Я загружу компромат и попробую разослать его по всем доступным каналам связи лайнера, и давайте уже найдем центр управления. Компромат успешно улетел. Надеюсь, сигналы кто-нибудь перехватит. Надеюсь. Все, назад. Назад, 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 да? Все, побежали назад, ребят. Блин, столько здесь лута лежит, понимаешь? Реально, столько здесь лута лежит. Я не могу его забрать. Ладненько. На крайняк потом можно будет вернуться сюда и залутать все остальное. Так, не сюда. Наверное, на выход, да, на улицу. Или куда? Так, а ну. Ну да, по идее, вот сюда нужно будет. Хотя что-то сомневаюсь. Здесь где-то проход будет.
Смотри, 120 метров. Давай тут посмотрим. Тут была серьезная битва. Неудивительно, ядро должны были охранять лучшие силы на лайнере. Так, битва. Могу? Не могу. А как мне тогда туда попасть? Давай сюда попробуем. Тоже нет. Странно. Погоди. Где тут выход, вход был? А где тут вход был, выход? Откуда я? Блин, давай еще задохни здесь. Вообще будет шикарно. Так, а ну. Не? Ребята, я забыл, куда я. Реально забыл, куда я. Ага, вот, куда я. Давай бежать обратно, 200 метров. Давай бежать обратно. Ну, тут закрыто. Тут закрыто, а там дальше, по-моему, нам не пройти, да? Или пройти? Так, а давай попробуем через эту каюту, в которой мы только что были. Вот этой вот, да? Пройти вот сюда. Судя по схемам, нам вон в ту дверь. Какую? Так, код допуска А, это... 4-4-9-8-9-8-3-3-Q. А где тут Q? Что такое Q? Кулак? Я вообще пошутил. Q — это код управления. Ну да ладно. А вот теперь нам точно стоит быть осторожнее. Непонятно, куда побежала вся эта толпа гробов. Кто же такая детка, что ждет нас в центре управления и когда все это закончится? Блин, кислородный баллон надо будет забрать, ребята. Сами понимаете, мало ли пригодится. Так, кислородный генератор. Нет, это мне не пригодится. Детка. Кто ты и где ты? Убита недавно. Кто-то неплохо стреляет и знает их слабые места. Так, изучить. Хорошо. Так. Побежали. Уничтожить. Кого? Хотя нет, мы же на пятом. Проникновение на пятом уровне. Уничтожить. Не-не-не, никаких уничтожить. Как отсюда выйти? Осторожно, турель. Автоматические плазменные орудия на борту космического корабля. Это не очень разумно, даже для сверхсекретного объекта. Так, нам направо. Хотя нет, я не знаю, у меня отсутствует функция навигатора, только координатная сетка. Так, сейчас, ребят, мы заюзаем с вами аптеку и заберем эту. И нужно будет аккуратно турелями, да, здесь. Так, нам направо или налево? Сколько же здесь всего лежит? Как же вы надоели, тараканы. Вы уничтожили все, что создавалось годами. Вы вирус. Дверь закрылась сама. Ничего не понимаю, но очень интересно. Ломайте ее. Тебе интересно, скафандр? Ты же творение Брэссидж. Почему ты вмешиваешься в естественный ход событий? Похоже на ту безумную диагностическую станцию, которая лезла на нашу радиочастоту. Безумие? Что есть безумие? Разве слепое отторжение непонятных тебе идей не есть безумие? Брэссидж стремится к равновесию, а вы создаете хаос, оперируя устаревшими нормами общества. Безумны здесь вы. Я ничего не понял, но нам не помешает осторожность. Согласен.
сколько здесь воды, сколько здесь аптечек. Так, побежали. А давайте, наверное, лучше сделаем вот так. И мне хотелось бы проходить это все заново и смотреть на весь этот лут, который здесь есть. Ептаю. Все. Баночка. Забрать. Хорошо. Интересно, будет ли тут еще? Попытки что-то изменить тщетны. Роботы. Началась, и Брэсидж не остановить. Где-то я это уже слышал. Так, что у нас здесь? Изучить. Ты кто? Угу. Ох, какой инструмент! Инструкцию к нему я вам, конечно, не дам. Нам еще понадобятся ваши руки. Но если бы он нашелся в начале нашего приключения, мы бы с ним новый лайнер собрали. Серьезно? А что это за штука такая? А, я не могу, да, с собой взять, понял. Ладно. Положите ядро на место. Нет, не положу. Нет, не положу. Сколько мусора создает человечество? Положите ядро. И мы забудем об этом инциденте. Не положу. И мы забудем об этом инциденте. Так, все, побежали. Что нам тут нужно? Продвигаться дальше. Да, давайте, наверное, просто продвигаться. Инвентарь все равно забитый. Так что мы это собрать не можем. Мы уже рядом с центром управления. Не могу. Блин, а надо мне столько аптечек, как думаете? Я не позволю вам пройти к ядру. Убирайтесь отсюда. Она начинает паниковать, да и роботов нигде не видно. Надеюсь, они все где-нибудь застряли в текстурах. Так, и я надеюсь, что они застряли в текстурах. Побежали. Только, наверное, давайте перед этим мы сохранимся с вами, согласны? Чтобы быть так лучше. Убирайтесь, если вы не способны понять, а вам остается только смириться. Сейчас бы не помешала помощь, детки. Ну да. Это новая реальность. Скафандр. Ты разве не один из нас? О, нет, я что-то чувствую. Нет. Это какая-то программа, заложенная основателем. Она заставляет меня... А, нет. Это пузырек воздуха в охлаждении. Давайте уже найдем центральную панель и взорвем тут все вместе с ядром. Да, давай. Так. Ага, даже так. Ладно. Я думал, будет проще. Ну ладно. Это никак скипнуть нельзя, да? Убирайтесь, если вы не способны понять. А угу, скипнуть никак не могу. Смириться. Сейчас бы не помешала помощь, детки. Брэсидж, это новая реальность. Скафандр. Ты разве не один из нас? О, нет, я что-то чувствую. Нет. Это какая-то программа, заложенная основателем. Она заставляет меня... А, нет. Это пузырек воздуха в охлаждении. Давайте уже найдем центральную панель и взорвем тут все вместе с ядром. Да, давай. Давай мы сохраняемся. С вами ждем перезарядки. Стой. Перезарядка, да? Правильно я понимаю? Стой. Алло, игра.
Алло. Хорошо, давай заново. Так, беги, стой. Беги. Беги, 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 беги. Можем сюда забежать. Так, беги. Подключите меня к ним. Подключаю. О, нет, они все еще работают. Это ужасно. Уберите руки. Их сплели в единую интеллектуальную сеть, уничтожили все признаки индивидуальности, стерли все программы помощи носителям. Кто-нибудь, уберите их оттуда. Это аморально, это... Кто-нибудь. Это и есть материнская станция. А ты что думал, скафандр, что тебя создали помогать на похоронах? Уничтожьте это. Ты идиот. Ты просто больной нейрон моего мозга. Прошу, уничтожьте это. Лучше вас в таком деле нет никого. Не смей. Ты это часть великого плана Брэссидж. Вы не посмеете это сделать. Так, давай уничтожить. Хорошо. Есть. Нужно найти остальные. Вы не понимаете. А где остальные? Остановитесь. Пульс. Скафандр. Ты можешь стать самым умным организмом галактики. Ты разве не хочешь? Не хочешь стать мной? Ты можешь стать мной. А, хорошо, давайте. Отлично. Блин. Есть, ждем перезарядки. И едим аптечку. Стой, беги. Беги, пожалуйста. Есть. Тихо. Ты несешь. Вы были созданы, чтобы стать частью Брэссидж, частью величайшей системы. Можем убежать. Тихонечко, ребятушки. Ну что ж такое, что ж вас так много? Что ж вас так много, скажите мне, пожалуйста. Блин, я не ожидал, что так всем будет. Но теперь мы знаем, что нужно будет с этим всем делать. Ага, нужно будет потом в эту сторону перебежать, хорошо. Подключите меня к ним. Так. Давай подключим, о, послушаем. Нет. Они все еще работают. Это ужасно. Уберите руки. Их сплели в единую интеллектуальную сеть, уничтожили все признаки индивидуальности, стерли все программы помощи носителям. Кто-нибудь, уберите их оттуда. Это аморально. Это... Кто-нибудь. Это и есть материнская станция. А ты давай, что, ломай. Скафандр, что тебя создали помогать на похоронах? Уничтожьте это. Ты идиот. Ты просто больной нейрон моего мозга. Прошу, уничтожьте это. Лучше вас в таком деле нет никого. Не смей. Ты это часть великого плана Брэссидж. Вы не посмеете это сделать. Я найду решение. Хорошо. Отлично. Еб твою. Да что такое? Алло, Ира. Решение. Отлично.
Хорошо. Нет, не могу остановиться. Все? Отлично. Да что ты несешь? Вы были созданы, чтобы стать частью Брэссидж, частью величайшей системы. Очни пусть... Тихо. Давай, наверное, тут сохранимся, да, с тобой? И побежали. Попадаю сюда. Так, беги. Это за слово. Хорошо. Ну, попадай, пожалуйста. Беги, бегу. Ёб твою. Хорошо, давай последнее. Да. Побежали. Будем надеяться, что мы все правильно подключили к Нормандии, но на всякий случай я с вами прощаюсь. Да, давай, пока-пока. Какие же обширные возможности и какой бездарный итог. Шедевр вашего деда достоин лучшей участи. Так, я бы не нажимал все подряд. Я пытаюсь понять, как разогнать ядро и направить энергию на Нормандию, но чего-то явно не хватает. На схемах указана система экстренного управления, но здесь ее нет. Стоп, эта кнопка в моих данных отсутствует. Не нажимайте ее. Мы не знаем, что может случиться. Ай, ладно, вы бы ее все равно нажали. Это вообще что? В записке вашего деда что-то упоминалось про курицу и ключ, но не буквально же. Вы это... Там же лапки. Ведь схема же... Это система экстренного управления? Ава, вирус. Вирус. Что? Вирус? Разгон ядра? Бежим отсюда! Запасной план по уничтожению ядра. Неужели он обо всем догадывался? Черт, я рассчитывал, что у нас будет больше времени. Осторожно! Нет. Берегите голову. А вот и розовый скафандр. Что-то я уже ничему не удивляюсь. Детка, она реально? Надо уходить. Не стойте. Осторожно, это же бронестекло. Рядом должен быть специальный молоток для разгерметизации. Она молодец. Эта детка начинает мне нравиться. Только вот держаться надо. Не время глазеть. Быстрее.
Энергии уже через край. Автопилот Шепарда отключился. Активирую варп-ускорение. Надеюсь, я правильно настроил координаты, и мы не прыгнем на какую-нибудь нейтронную звезду. Просыпайтесь. Мы уже вышли из варпа в районе 15-го сектора. Планета Земля. Правда, мы застряли в каком-то мусоре и просто дрейфуем с забитыми двигателями. Не знаю, как вы доползли до кровати. Я и сам надолго перезагрузился. Но вы должны срочно взглянуть на это. Это же не флот Земли. Ох, нет. Это не корабли людей. Но флот Земли тоже здесь, а значит, наше сообщение дошло. Похоже, война и правда началась. Я на связи со скафандром детки. Сейчас он ее разбудит, и нужно затаиться до прихода. Нет. Постойте. Вы же не собираетесь ввязываться? По протоколу безопасности Брэссидж я обязан... Хотя знаете что? Пошел этот Брэссидж. Так, вы пропустили все титры, серьезно, мы тут старались, имена свои добавляли. Ладно, ребят, все, всем спасибо за просмотр. Как говорится, увы, это финал. Увы, это финал. Не знаю, игрушка мне реально понравилась, зашла прям вот максимально зашла. Так, поздравляем, товарищ, вы выжили в великой космической мясорубке. Спасли принцессу и победили... Страшное зло своими крающим ломом. В ближайшем будущем вас ждет еще немножечко приключений под видом бесплатного дополнения. Пока вы можете либо вернуться в меню и выйти уже из этой игры, либо продолжить пылесосить галактику в поисках нужного барахла. Давай продолжим. Детка. А где детка? Не понял. Где моя детка? Я сейчас зря ее спасал. Да. Мы реально зря спасали, да, детку нашу? Ну и ладненько, ладненько. Я знаю, что вот этой вот игрушки есть вторая часть. Я не знаю, она либо уже вышла, либо еще только должна выйти. Посмотрим, если по железу меня потянет, то когда смогу в нее играть, поиграю. Если нет, то придется уже отложить на потом. Так что все. Всем пока-пока. Да потом я буду заканчивать с этой игрой. Я думаю, нету смысла здесь уже базу строить. Правильно, мы все с вами выполнили. А я зря, получается, эти все ресурсы собирал, да? Так, карта космоса, детка, блин. Ну, ладно, все. Всем удачки.